Предатель. Это что-то новенькое. Позвони Жанне. Ну, хочу в форму прийти к свадьбе. Жанна, а что делать-то? Не знаю, поделай выпады какие-нибудь. Ты в порядке? Да. А я необоснованная ревность уже переходит все границы. В конце концов, ты не доверяешь не только мне, но и своим лучшим подругам. Ну, извини. Те. Тебя никто не держит. Чудно.